Педагогическое сообщество Одинцовского округа не только одно из самых крупных в регионе, но и одно из самых эффективных. Традиционно наши школы входят в топ-100 лучших образовательных учреждений Подмосковья. В этом году мы ждем еще более высоких результатов от нашей системы образования. И я уверен, что вы с этим справитесь, вам все это по плечу, потому что вы лучшая команда Подмосковья. В эту профессию не приходят случайно, настоящим педагогам. Нужно родиться это как знак свыше. Наверное, люди рождаются, чтобы в будущем стать учителем. Я могу сказать про себя. Вот я другой профессии просто себе не представляю. Поэтому моя жизнь – это два этапа. Один этап – это школа, учительская все. Второй и рядом – это семья. Вот две составляющие моей собственной жизни. Кому больше доставалось, сказать очень трудно. Поэтому я хочу поздравить всех моих коллег, учителей с прекрасным праздником, Днем Учителя. День Учителя – это первый праздник в череде праздников учителя. И поэтому встречаешь его, конечно, с таким, наверное, радостным и трепетным чувством, потому что это еще и мой день, потому что я родилась осенью, и я обожаю осень. Первый триместр позади, скоро дети уйдут на каникулы, а учителя продолжат подготовку к новым олимпиадам и конкурсам. Удерживать лидерские позиции в регионе непросто, конкуренция высокая. Планов много, потому что каждый год это новые свершения какие-то, и работа по проектной деятельности, и, конечно же, участие в олимпиадах, в конкурсах, чтобы наша гимназия была всегда в лучшем виде везде в районе. Система образования – это не только учителя, это дети и родители. И только при взаимодействии всех трех сторон возможен результат. По праву профессия учителя считается одной из самых важных, самой нужной и действительно сложной. Поэтому мы со своей стороны, как родители, всячески поддерживаем наших учителей, помогаем, наверное, и воспитывать, и обучать наших детей. И мы рады, что в нашем Одинцовском округе действительно очень большая и тесная взаимосвязь как родительского сообщества, так и педагогического. Чувство не позади, а впереди интересные уроки, олимпиады, проекты и исследовательские работы. Копилка побед образования готова пополниться новыми наградами. Мария Шматкова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцово».